душик. Здесь такие качельки. Можно даже сок заказать все. Вот здесь интересно. Зона релакса. Оля. Я в теньке здесь. Яички, яички. Вино по 100 гривен литр. Вот такой кофе. Птичий пляж. Здесь пляж отрада. Там есть волейбол. Пойдем еще там за синим пляж покажу. Ну там такие же пляжи. Посмотрим, как там. И спирс вот такой есть. Здесь тоже можно и купить лежак на день. Такой синий пляж. И просто пройтись по набережной. В тенечке посидеть можно. Дали он вроде бы называется. Дали. Ага, да, вот Дали. Бургеры, горячие напитки. Можно приобрести. Кальян покурить. А, нет, кальян. А вот цены, да? Зонт, матрас 100 гривен, кровать 300, бунгало 500 гривен. Вот, пожалуйста. А там розовый пляж вот с такими качельками там есть. Не знаю, плоховато его видно отсюда. Конечно, ну сейчас посмотрим. А вот пляж. Все лавочки можно посидеть. Вот чуть видно. Конечно, там видно. Розовый фламинго. Пляжик. С беседочками. Здесь тоже, наверное, цены такие. Такие же на лежаки приблизительно. В таком розовом стиле. Лежачки, матрасики. Можно здесь вот хот-дог приобрести. Пиво, квас, мороженое. Здесь такая кафешка.
море смаку, море вкуса. Sea of taste. Все, чего душа божая. И здесь тоже какое-то предложение. Пляжика. Массаж. Такое. А здесь прикольный Будда пляж. Там вообще такой Будда комплекс целый интересный. Прикольно. Ну, здесь какой-то вид, наверное. Так, здесь красиво. Тоже рушники. 100 гривен. Камерас холл. 100 гривен. Бунгало 600. Вип бунгало 800. Лишка 500. А, что там? Шезлонги 200. А, ну, то есть у каждого свои цены на каждом пляже, в общем-то. Вот здесь Будда. Комплекс какой-то здесь. Такой интересный, вообще так прикольно. Вот это, наверное, от них этот пляж. Но здесь я скажу водоросли. Еще первые дни не было водорослей, а так, конечно, водоросли здесь вообще. Я не знаю, как здесь люди вообще загорают. Метр водорослей надо пройти, чтобы добраться на чистого нормального моря. Как-то так не прикольно. Надо идти на отраду загорать. Ну так вообще пляж. Тоже с лежачками, все, что нужно есть. Такая деревянная. Все, и пойдем сейчас. Вот это горпляж даже написано. Все, мы идем по таким ступенькам вверх. Вот по таким ступенечкам вверх.